Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале есть реакции, которых нет на ютубе. Также в телеграм-канале проходят розыгрыши реакций. Ребята, ютуб могут закрыть. Добавьте меня в друзья ВКонтакте. Мы будем сообщать вам, где мы базируемся. Так, ребята, слушаем бушидика нашего, да? Классический дуо, будешь снег, если ты пойдешь под дуло. У нас одна жизнь, не потрать ее тупо. Ведь в один день ты не встанешь под утро. А в ней ты крадешь у рэперов бабки, тебе за это не стыдно? На небе находятся звезды, неужели нас видно? Неужели нас... Ну что, ребят, мне нравится, ребят, нравится. Нравится голос, такой звонкий, да, звонкий такой красивый голос. Сам поет, без автотюна, ну просто голос, я слышу его. А голос хорошо звучит, очень, и музыка классная. Бит такой классный, есть нежность немножко в музыке, вот все присутствует, да, и темп такой ускоренный, и нежность, вот все в треке есть, да, и голос классный. Слышно, ага. Если встанем на наши деньги, то будем выше, чем крыша. Ага. Я не ищу респекта, поливаю волну из уре, твой рэп, это тумберки, это не крета, парень, ты флопнул карьеру, и это заметно, мы сделаем бум, да, мы два белых, это белый шум, я вижу хиты, я навожу, я пиздец дорогой, и я пишу. SOS, нам нужна помощь здесь, она пиздец. S-E-X, прыгай на мой шест, пройди этот SOS. Нам нужна помощь здесь, она пиздец. S-E-X, прыгай на мой шест, пройди этот SOS. Малыш, пройди мой тест, его ты не завали. Пускал салюты в твою честь, прям нашей спальни. Скажи, чего ты хочешь, и тебе подарят. Мой настрой серьезный, но она идет. SOS, нам нужна помощь. Ну что, ребятки, скажу. Мне трек понравился, ребятки, танцевать можно. Он такой быстрый, легкий, где надо, есть нежность немножко, да. Голоса красивые. Один голос пел, да? А как он менял свой голос, да? Посмотри-ка. Один исполнитель, да? Молодец. Голос меняешь, прям по-разному поешь. Мне это нравится уже, молодец. Прям тебя, знаешь, благодарность я объявляю. Потому что я думала, здесь два человека, что мне показалось. Это классно, что ты так умеешь своим голосом хорошо владеть. Молодец. Трек понравился. Текст неплохой, неплохой текст, послушать можно. Твои мысли, о чем вы думаете, все понятно. Ну что, с удовольствием ну, тебя текст послушала, про шест, танцевала. Про его шест. Ну а что, шест, он, они сейчас все рекламируют. Пусть знают, какой он. Что он всегда всем не против. Ну, шестом он может, знаешь, и снести просто с ног. Шестом? Как ударит один раз своим шестом, знаешь? Или шест сломать могут ему. Если слишком прыгать будет сильно тоже. Ты знаешь, непонятно. Это плюс или минус, да? Да, это такой непонятно. Огромный шест. Да. Ну, рассказывает про него, поет, значит, он гордится. Значит, прекрасно у него дела. Ну, хоть не стручок, а шест. Да, шест. Вот представь себе. Гигантский. Наверное, да. Какой шест? Спортсмены бегают же, которые да, прыгают да, в песок-то да, на да, это. Да, такой да, у него, наверное. Наверное. Он же рекламирует его. Прыгай, говорит, давай. Давай прыгай. Ну что, друзья, пока, мои хорошие.